Здравствуйте, доброго дня, уважаемые болельщики и любители хоккея. Рады приветствовать вас в Уфе, в Уфимском городском дворце спорта. У нас совсем скоро начнется игра пари-матч чемпионата молодежной хоккейной лиги между Талпаром и Сарматами. Еще одна атака Сарматов. И заходит шайба в ворота. Ну вот, если честно, последние несколько смен Сарматы были интереснее, и ничуть не случайно, что иногда они счет открыли. Все началось с того момента опасного, Эдуард, помните, когда не попал капитан команды Сарматы? Да, да. Вот как раз в одной из предыдущих смен. Ну и здесь по летящей шайбе, кстати, попал. Думаю, топ-10 голов недели, думаю, может вполне попасть. Да, Иванов. Сергей Шповаленко потащил вперед шайбу. 2-2, уфимцы бегут. Можно бросать, Рубцов. Бросок наносит после скрестного движения. Карнышев на синий. Нет, это Енецкий, простите. Какая шайба красивая влетает в ворота Талпара. 2-0. И, Эдуард, Егор Разумняк. Да, все-таки передал привет. Да. Своему родному городу Егор Разумняк. 2-0. Сарматы закрепляют свое преимущество. Да уж, эффектный гол. Сарматы сегодня показывают такой, кстати, неплохой атакующий хоккей, я бы сказал даже. Да, действительно выглядит очень интересно. Они многое получается у них в атаке. Кадыров, Баканин. И Семен, выручай. Эх, да, блин. Семен не выручил. И 3-0. Да, вот это неожиданно. Сарматы сегодня, мягко говоря, не выглядели фаворитами, но они ведь по делу сегодня выигрывают. Блин, согласен. Они интереснее смотрятся в атаке. Они больше атакуют. Разумняк пошел в обыгрыш на двух толпаровцев и потерял шайбу. Меньше 3 минут до завершения второго перерыва. Ой, периода. И хороший момент, гол! Сергей Шповаленко отыгрывает одну шайбу. Вот перекладину с неудобной зарядил. 12 номер юлаевской молодежки. И переиграл он Владислава Щербакова. Сам все сделал. Все по красоте. Да, хорошее попадание с неудобной руки. Бало. Дергунов. Шикарно. И передача, момент. И не дает завести шайбу ворот Семена Рубцова. Переседа. Бало. Бало. И гол! Гол Леонид Бало вторую игру подряд забивает. Вот это да! Это его вторая шайба за Талпар. Проскочила она так хитро между ног у голкипера. Можно сказать, где-то подфартило. Хотя сделал все сам, все грамотно. Да, из-под Карнышева вот он забил. Ну и поздравляем, Леонид Балов, вторая встреча подряд с заброшенной шайбой. Молодец. Завтра повторная встреча между командами в 13 часов по Уфе. Милости просим во дворец спорта на улице Зорге. Ну а сегодня Сарматы одерживают победу. И ведь не сказать, что незаслуженно. Два периода они реально были лучше. Не могу. Спасибо вам за внимание, уважаемые друзья. Напоминаем, что игру мы смотрели вместе с Сергеем Сафиным Трегубовым, защитником Талпара. Спасибо, Сереж. Ну и ждем тебя всегда здесь у нас. Спасибо, что пригласил прокомментировать матч. Всем спасибо. До свидания. До свидания.